Куртку постирал. Носки тоже. Я просто одеяло носки. А одну ты сейчас куда дел? Одна ветровка, ветровка, а вот это... Зарубил. Так, ну и что мы тут берем? Нет, я решил полностью вайлд. Ничего не стирать. Ждем покера. Идем из Якарки. 4000 метров. Сторонка Федя. 4500. Там будем ночевать. И завтра рано утром или даже поздно ночью, часа в 3-4 ночи, стартуем на перевал. Вот сегодня короткий день. 3 часа всего ходьбы. Около 7 километров. 500 метров набора высоты. Вот, подъем довольно пологий, но из-за высоты идется тяжеловато. Вот там Чулу видим по правую руку. Sweet. No sweet. Okay. Yeah, no sweet. Without sugar. Okay, okay, okay. Thank you.
вдвоем сыграем. Будет в карте, нет? Сейчас, представьте. Таран Кхеди на 4500. Завтра идем на поливал. Отдыхаем. Большой лодж, у них даже пекарня есть. Можно свежие. Второй зал, обеденный. Там снежок. До 12 будет идти снег, сказать. Потом перерыв, и с 6 утра снова будет снег. Да, ну такой прогноз сейчас. Будет снежок. Посмотрим. Надо выходить раньше. Thank you.